«Мир вашему дому» – концерт с таким названием прошел в Северском доме культуры. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции. В концертной программе приняли участие как народные самодеятельные коллективы, так и солисты. Кроме того, зрителей порадовали своими номерами детские художественные хореографические коллективы. Также на сцене выступил муниципальный ансамбль песни и танца «Весна». Он создан в этом году по инициативе главы района, но уже успел полюбиться зрителям своими колоритными и профессиональными номерами. Ну а для нескольких юных граждан нашего района этот концерт стал особенным. Ведь здесь, в торжественной обстановке, им вручили самый важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.